Добрый день, друзья. Сегодня 10 октября 2020 год, суббота. Вот, я Стороженко Владимир, мне 53 года, город Уссурийск. И из этих 53 лет я занимаюсь сетевым маркетингом. Вот, что такое сетевой маркетинг? Это вид предпринимательства. Это вид предпринимательства, который продвигает продукцию от производителя до конечного потребителя через сеть обученных консультантов. Но этих консультантов надо найти, обучить, создать условия и сохранить. Вот. И что ценного есть сказать вам сегодня? Сейчас я посмотрю, запись идет. Да, запись идет. Что ценного сказать? Значит, получилось сегодня поймать вдохновение, и хотя сегодня выходной, вот позавчера вернулись с тайги, до этого тоже были в тайге, потом выкопали картошку, перебрали, пересортировали, и получается, что каждый божий день в очень активном физическом труде, и весь этот физический труд получается благодаря тому, что 4 года назад было совсем все по-другому, грустно, была гемохондрома левого плеча, разрушение костей, значит, были воспалены все суставы, и стопы, и колен, и бедер, и кисти, и локти, и плечи, и шея, и позвоночник, было очень все грустно. И вот кепку ношу с гордостью компании For Life Research, зайдите на сайт 4life.ru, 4life.com, это продукты БАДы для компетентного иммунитета, которые позволяют делать более быстрый иммунный ответ. И восстанавливается матрица здоровья, и организм начинает самовосстанавливаться. И эти БАДы, они универсальные, эксклюзивные, их больше нет ни в одной сетевой компании. И компания For Life Research работает по системе сетевого маркетинга. Это индустрия сетевого маркетинга, это система кэшбэк, это научно сбалансированный маркетинг-план, который выгоден для всех участников сети. Хоть мы клиенты, которые цель у которых восстановить здоровье, хоть мы консультанты, которые, получив результат, не могут об этом молчать и как миссионеры несут пользу людям, консультируют, как принимать эти препараты, продукты, в каких дозировках, как их выгоднее, по каким ценам приобрести, как выйти на самоокупание. Ну а если для кого-то интересен дополнительный доход или международный бизнес, значит, консультируем, как это вот выстроить эту сеть. Значит, на моем YouTube канале в каждом видео, хоть я в тайге, хоть я шишку собираю, хоть я там с моря что-то пытаемся поймать, с речки, хоть мы дрова пилим, хоть я дрова пилю, хоть, значит, сок березовый собираю, везде я пропагандирую активный образ жизни и говорю слова благодарности компании For Life Research, потому что действительно я получил как будто вторую жизнь. Вот 4 life, это можно перевести как 4 life, жизнь, 4 жизни, да? Но четверка по-английски, как фо читается, для исследования для жизни проект называется. Вот. Итак, что ценного сказать? В каждом моем видео на моем YouTube канале Стороженко Владимир я везде прочерчиваю красной полосой благодарность вот компании и к возможностям компании For Life Research, к продуктам компании For Life Research. Но сегодня, вот сегодняшнюю ночь, значит, я провел очень-очень эффективно, значит, для своего самообразования. И хочу вам порекомендовать видео очень-очень мощных предпринимателей. Вот я встретил видео Игоря Рыбакова, который в 2007 или в 2008 году вошел в список Forbes, да, это самые богатые люди планеты. И вот там у него рубрика «Мысли миллионера». И вот я благодарен, что вот сейчас благодаря YouTube каналу мы, предприниматели, мелкие предприниматели, да, имеем возможность учиться у таких опытных людей, которым удалось построить огромнейшие корпорации, да, которые умеют и сами становиться мощными, да, руководителями, и люди рядом с ними растут и развиваются. И вот рекомендую Игорь Рыбаков вот посмотреть
его мысли миллионера, да? Значит, и что это имеет, какое отношение к сетевому маркетингу? Вот у меня за спиной висят плакаты, да? Великие люди, там, Роберт Киосаки, да, высказался о возможностях сетевого маркетинга. Дальше у меня висит схема компании Full Life Research, которую я к саммиту 2017 года подготовил. Переработал книгу. Переработал книгу вот такую. Значит, вместе строим сеть, вместе строим жизнь компании Full Life Research. И вот видите, да, написано красным: здоровая нация, сильная страна. Ставьте цели и смело идите ко мне. И вот пирамида с круглым основанием — это сердце, да, потом по радиусу как мишень, да, вот как в тире мишень, желтые круги, да, это Gold International Diamond квалификация. В центре сердца — это Platinum International Diamond. Это схема, лидерская схема по построению лидерской организации компании Full Life Research, вот, которую кепку я с гордостью ношу, да. И о чем? Вот я сегодня соединил для себя в параллели, вот Игорь Рыбаков, это великий предприниматель, да, российский, что когда ему задали вопрос о ресурсах, да, кто правит миром, да, президенты стран или корпорации, да, и он очень так мудро сказал, что миром правят, ну, 20 тысяч очень мощных бизнесменов, да, ну, много в интернете там про кланы, да, Роджертов, вот, но он сказал, и мне понравилась его мысль в этом, я, наверное, с ним, ну, как, соглашусь, ну, кто я такой, чтобы с ним соглашаться, да, но мне очень созвучно его видение, что он сказал, что мы, вот, мелкие люди, да, которые работаем по найму, попадаем в эту паутину больших корпораций, да, и мы зависим от этого всего. И он сравнил это как с паутиной паука, да, и как с мошкой. И он говорит, что вот будет после вот этой пандемии, да, коронавируса, что люди, которые работаем мы по найму, и я в том числе, да, мы как вот мошка попадаем в эту паутину этих корпораций, да, и мы живем, но живем на своем маленьком уровне, да, не в обиду, да, а зависим от вот этих всех выстроенных цепочек вот этих корпораций, сетей. И вот я подумал, что действительно, чем больше сеть, вот, допустим, я принимал участие в построении парфюмерно-косметической сети компании парфюмерной, да, и в организации было у меня под моим компьютерным номером 980 человек. Но для этого я нашел от находки до Москвы 150 человек. И из них, вот, видите, да, с вашей стороны это будет справа налево, да, вот сеть. На моих видео это есть с близкого состояния, я уже сейчас не буду подходить и показывать. Это получается из 150 людей вот в радиусе, да, выросло 12 организаций, по 182 человека, по 152 человека, да. И, конечно, я тогда себя чувствовал работодателем, да, хотя я просто людям дал идею, да, и показал навыки, и показал, как это можно делать в миниатюре, на своем примере, делая продажи, обслуживая клиентов до 40 тысяч рублей в месяц. Это хороший приработок, допустим, к бюджету семьи. Но так как я пригласил 150 человек, и кто-то из них, даже вот есть девушка, леди, которая делает на 100 тысяч каждый месяц товарооборот в одного, да, ну, таких людей один человек на 1000. Ну, а есть люди, которые делают на 20 тысяч закупки и перепродают, ну, и зарабатывают маржи 100%, да, ну, сейчас 80%, сейчас сделали 30% скидку, 60%. Но в масштабном моменте я вот понял Игоря Рыбакова, о чем он говорит. Он, конечно, говорит о своей корпорации по никелю, да, по кровле, как они пробивались на рынок, как они выходили, значит, к импортным компаниям, магнатам, да, вот этого рынка, как их не хотели замечать, как их не приняли, как над ними насмехались, да, унижали. И вот они на вот этих амбициях тогда построили свои заводы, и создалась команда, и люди, которые никогда этого не делали, но у которых есть сила воли, характер, они этому научились, и
умелые руководители, вот Игорь Рыбаков, ставили задачу перед командой, и команда вообще сама себя перерастала, да, развивалась, и как люди росли по карьере, и вот он их называет их феноменами, да, люди-феномены, да, которые, попадая в определенные условия, раскрывают себя просто вот в божественном состоянии, в профессиональном, да, в компетентном. Вот. Поэтому рекомендую. Вот Игорь Рыбаков, «Мысли миллиардера». Ну, что еще хочу сделать, я последнее. Вот я общаюсь с людьми, и, конечно, сейчас люди все обращаются в интернет, там, в Инстаграм, там, на YouTube-каналы, но они говорят, я смотрю по отзывам. Хорошо я, что сразу не почитал отзывы про Игоря Рыбакова, да? А сначала посмотрел его несколько видео, и они мне понравились, да, своим профессионализмом, своим, ну, как бы манерой подачи информации, да, своей практичностью. А потом, когда я почитал отзывы, ну там так глупо все написано, люди вообще не в тему, и какое они имеют право так рассуждать. И, конечно, я не удержался, написал Игорю Рыбакову отзыв, что я с интересом его смотрю, что разделяю его видение. Хотя кто я такой, оно ему вообще по барабану, там у него сотни тысяч подписчиков, да. Но я для себя открыл вот этот ресурс, да, в интернете, что можно поучиться у практиков, бизнесменов. Вот я даже сегодня посмотрел интервью Игоря Рыбакова с Сергеем Полонским. Да. Я когда-то несколько лет назад попал в интернете на Сергея Полонского, у которого бизнес разворовали, который сначала сидел за границей в тюрьме, потом более 2 лет в российской тюрьме просидел. Да. И вот сегодня я услышал вот это интервью. Игорь Рыбаков, конечно, его призывал вроде как извиниться перед дольщиками, да, это вот строительный бизнес, это в России самые высотные здания. Слышали эту нашумевшую историю, да, Игорь Полонский. Но сегодня, когда мы этот сезон поработали с моим вот партнером, я второй партнер по фирме по покосу травы, конечно, это все очень, ну, мелко-мелко, но я понял, что такое даже маленький бизнес, да, когда нужно купить инструменты, когда нужно купить запчасти, они постоянно ломаются, когда нужно работать с подрядчиком, мы субподрядчики, да, мы выполнили заказ на 3,5 гектара, вот Уссурийская городская дамба вдоль реки Раковка, я с города Уссурийска, да, за 10 суток. И когда я понял, что такое ответственность, что такое контракты, что такое договора, что такое временные рамки, что такое штрафы, да, и хоть чуть-чуть так немножко прикоснулся к этому, и, конечно, я сейчас полностью на стороне вот Игоря Рыбакова, на стороне Сергея Полонского, да, что когда за тобой такие корпорации, такой коллектив многотысячный, да, такие активы, да, и вот он говорит, мощь корпорации вот в этих длинных цепочках, да, насколько больше коллектив, насколько вот эти активы. И вот он говорит, что есть активы финансовые, а есть активы социальные, да, есть доверие. Вот он с Сергеем Полонским разговаривал, что вот, ну, есть мнение там в каких-то кругах, что вроде как человек потерял какое-то доверие, ну, вот, в среде бизнеса. Я почему имею право об этом говорить? Потому что в 1998 году я тоже запопал на несколько десятков тысяч долларов, ну, а там люди на миллионы попали, на миллиарды попали, да, значит, своровали у них компанию. И я вот немножечко сейчас понял вот глазами не как работника по найму, значит, не, а вот как предприниматель, да, с точки зрения ответственности, с точки зрения выполнения задач, целей. Вот с этой точки. Поэтому это великий, великий шанс, что у нас есть возможность учиться в интернете у таких людей, и которые на своем YouTube-канале делятся вот таким масштабным опытом, да, выстраивания корпораций. Да. И, конечно, соизмеряя свои ресурсы, я понимаю, что мой шанс – это сетевой маркетинг. Да. В этом я 24 года в сетевом маркетинге. И это тоже построение структур. Да. Вот. Но компания Full Life Research занимается, вот чем я решил посвятить остаток своих
десятилетий, да, занимается продуктами для иммунитета. Я уже об этом много раз говорил. Смотрите мой YouTube-канал «Стороженко Владимир». Там много «Стороженко Владимир». Ну, смотрите, там я в белом костюме, в водолазке в белой, то есть в костюме в черном, в белой водолазке. И там в каждом видео я говорю и презентацию по продукту, и презентацию по возможностям, и маркетинг-планы. Вот такие продукты для иммунитета. Ириш, включи свет, пожалуйста. Вот, ну а я сейчас попилю, да, пока еще вот мошка не налетела. Значит, я просто вам хотел сказать, что мне понравились вот высказывания Игоря Рыбакова, где он говорит и про силу воли, и про команду, и как выявить людей, которые хитрые, да, ну, это те люди, которые присваивают всю, ну, как, славу себе, да, поэтому вот, конечно, мы растем и с людьми, которые приходят к нам в сеть, и мы ставим более смелые цели, потому что чувствуем, что за нами идет коллектив, да, и вот я увидел, что когда я был вторым номером, да, в коллективе, как росли лидеры, за которыми я шел, да, и я строил сети и привлекал людей, которые сильнее меня, образованней, профессиональней, да, в других отраслях, но им было на каком-то временном этапе интересно, допустим, там, красота, да, и мы продвигали тему красоты. Сейчас интересно людям тема здоровья, омоложения, оздоровления или выход из тупиковых состояний при онкологиях, там, при аллергиях, там, когда детские, маленькие детишки болеют, там, или проблема зачатия детишек, там, или старые родители, ветераны Великой Отечественной войны. И нас вот эта цель объединяет, что я как менеджер компании Full Life Research помогаю им достать продукт по самой оптовой цене и получить кэшбэк даже за свои заказы, потому что при хронических заболеваниях нужно употреблять программы продукции компании Full Life Research. А продукты компании Full Life Research, их рекомендуют даже врачи, академики, профессора. Вот есть письмо от 2004 года, рекомендации вот после проведенных исследований в онкологическом центре Блохина на Каширском шоссе профессором Киселевским после проведения, значит, проверки этих продуктов, когда они пришли в Россию официально в 1999 году, да, компания 20 лет на рынке, уже в 80 странах мира, но в 1999 году компания пришла в первый раз на российский рынок. И был объявлен тендер между несколькими научными исследовательскими институтами, и вот был проверял профессор Киселевский в онкологическом центре Блохина эти продукты, значит, затем проверял профессор Дадали Владимир Абдулаевич, зав. Кафедры биохимии Институт Сенчина в Санкт-Петербурге, проверяла профессор Карбышева, это центр по СПИДу и по ВИЧ в Барнауле, профессор Чижов Алексей Ярославович в Москве, профессор Боковой Александр Григорьевич, это Кремлевская клиника, инфекционное отделение. Ну, сейчас эти люди уже на заслуженном отдыхе, но многие, но они продолжают рекламировать эту продукцию, обучать нас, консультантов. Мы не имеем медицинского образования, я по первому образованию техник-пчеловод, но я благодарный клиент, потому что у жены было 4 года назад онкология, была удалена почка после онкологии. У меня аутоиммунное заболевание с суставами, они меня вернули к активной жизни, я опять хожу в тайгу, лазю на несложные кедры, работаю бензопилой, кидаю уголь, работаю тяпкой, таскаю мотоплуг, таскаю по 50 литров бетоны с березовым соком по лесу. Короче, я из высокой чувства благодарности говорю добрые слова вот компании и возможностям компании Full Life Research. С другой стороны, это я как профессионал сетевого маркетинга, 24 года опыт, вот за спиной у меня схемы, что мне удалось все-таки показать вот результат, за который я сам себя уважаю, и люди мне благодарны. Все-таки создали мы коллектив 980 человек в предыдущей компании. Но надо жить будущим и настоящим.
И вот сегодня тоже интересная мысль, я с вами поделюсь, да? Уже когда готов я был идти пилить дрова, я увидел рекламу в Ютубе, значит, очень мощная реклама. Сейчас я скажу вам, как она называется. Человек Ковалев, да? Ковалев по понедельникам. И он сказал, что когда он летел там в Лондон, и в самолете они выпивали, он не стыдился, что он сказал об этом с человеком. И когда, знаете, вот этот попутчик, да, он как ангел, да, сказал, что все твои проблемы от твоих, то, что ты живешь в будущем, да. И вот действительно, будущее – это не будущее, это то, что мы себе воображаем. Вот я тоже мечтаю построить резидуальный остаточный доход в компании своей мечты. Ну, на сегодняшний день это компания Full Life Research, да. И вот действительно, очень тонко он это подметил, что когда мы живем в будущем, мы кого-то можем или обидеть, потому что мы живем в будущем, да, мы пытаемся сделать это будущее реальностью. Очень глубокая, кстати, мысль. Вот я ее, сегодня такой день у меня осознанный, я ее осознал. А, Яковлев по понедельникам, Яковлев по понедельникам. То будущее, которое я себе вообразил, это не мое будущее, а это мое воображение. Яковлев по понедельникам. Очень мощная мысль, ее не так просто понять. Он даже Яковлев сказал, что 50 лет жизни потратил, чтобы осознать эту мысль, да? Вот. Затем я нарвался на Андрея Минченков. Андрей Минченков, да? Это телотерапия, да? Это те непроявленные стрессы, а мы живем в постоянном стрессе, они у нас застревают в теле. Вот даже, может быть, моя даже проблема, что кулаки не сжимаются. Это вот мы стресс получили в тайге в 2017 году. Я получил стресс в 2017 году, да? Надо было, конечно, врезать кое-кому хорошо в ухо, а я сдержался, да, и сам подставился, да, дал себя побуцкать. Хотя все ресурсы во мне были, но это мой был выбор. И вот это, наверное, застрявший стресс, что у меня были все ресурсы врезать и устроить там наказание справедливое, да, людям за косяки. А я, наоборот, как бы подставил щеку, да, и вторую, и третью, и получил сам, да, чтобы не доводить дело до криминала. И, видать, вот этот вот невыплесканные эмоции, да, гормоны, видать, меня тормознули это все в руках, да. Но сейчас я наверстаю упущенного и веду активный образ жизни, да. Вот. Значит, что обзор? Вот, привлекая ваше внимание, значит, Андрей Минченков, это передача «Нам надо об этом поговорить», очень интересная. Затем Игорь Рыбаков, просто это просто подарок судьбы, вот его послушать, да. Затем «Как отвечать на провокации, как реагировать и поставить человека на место». Там человек не успел назвать свое имя, но у него 282 тысячи подписчиков. Очень тоже интересная такая психологическая айкидо. Вот я для себя. «Как вырастить успешного ребенка» тоже очень интересно психолог рассказывает. И он рассказал, как устроен этот мир, что мир, оказывается, он сам себя уничтожает. И вот каждое существо живое, оно на какой-то момент пытается сделать его лучше и передает следующему поколению вот этот опыт. Но в размерах Вселенной мы просто крупинка, мы просто как вот бабочка на фонарь, которая живет там просто несколько мгновений. Вот если так брать в размерах Вселенной. Но мне вот интересно, да, что мы каждый живой человек, как искорка Творца, пытаемся сделать этот мир лучше, да? Ну или должны делать этот мир лучше. Ну, просто сегодня очень божественный день. Божественная была вот ночь, получается, с 9 на 10, да? И вот сегодняшний день. И вот сейчас мне надо пока еще до 10 часов, до 22 можно шуметь. Я, конечно, хочу попилить дрова. Вот. Так что благодарю и Сергея Полонских, да, за его откровение при интервью Игорю Рыбакова, да,
Игорю Рыбакову. Вот. И еще вчера меня осенила интересная мысль. Вчера было 9 октября. Я выполнял заказ по покосу травы штилем. Там тоже в интернет на YouTube-канал я это видео закачаю. Сейчас я закачиваю за 5 октября еще видео. Значит, тоже вот интересно так получилось. Пути Господни неисповедимы. Я у заказчицы косил в ноль, под ноль, под землю, вот в зиму всю траву, все цветы скашивал, да. Выставлю я этот видос, но она, оказывается, знала моего отца, ну, царство ему небесное, да. И, конечно, она была поражена вот моим отношением к работе, как я все это сделал очень на совести и от души, да. А забирал меня мой товарищ таксист. Тоже интересный момент. 3 дня назад мы были в тайге в Анучинском районе, и я заблудился. Там тоже есть видосы. Шишки было мало. Собрал я всего лишь 13 килограмм шишки. Напарник собрал 10 килограмм. Я на 3 килограмма больше, поэтому мне как бы не стыдно. Но шишки вообще не было. И я там записал несколько видео, такие длинные, наверное, по 30 минут, как прогулка по осеннему лесу, да. По, ну, тайгой это сложно назвать там, потому что в 5-6 километрах вот трасса проходит, да. И вот я как заблудился и вышел вообще потом на трассе, потом и вышел на трассу в Анучинском районе на парней, которые встречал их возле колонки, на водяной колонке в Уссурийске. И я их вдохновил, ну они с опытом, они там, у них родственники там в том районе живут. И я их вдохновил пойти за шишкой, да. Ну, как мне кажется, они с опытом со своим, но я их как бы немножко подтолкнул к этой идее. И представляете, я заблудился в Анучинском районе, выхожу на трассу и вот нарываюсь на их автомобили. И они меня за 30 километров подвезли через 2 деревни, где есть связь. Я позвонил, и за мной приехал Анатолич, да, на джипе. Забрал меня, и мы поехали в Уссурийск. А оказывается, этот парень снимает квартиру, извините за подробности, вот у товарища, который таксист, вот в Уссурийске, да. И получается, представляете, вот как мозаика складывается. Вот и так это все ближе и ближе в моей жизни начинает происходить. Поэтому все слава Богу. Господи, благодарю Тебя и славлю. Все с Божьей милости. Вопрос только вот надо, как Игорь Рыбаков говорит, привести в порядок мысли. И когда в голове порядок, тогда и в окружающей жизни начинает происходить все гармонично. Ну все, это был Стороженко Владимир. Мой телефон +7 924 123 24 44. Еще раз, 924 123 24 44. Телефон с WhatsApp. Если я в лесу, в тайге, +7 914 974 45 45. Этот телефон уже просто кнопочный. Значит, заходите на мой YouTube-канал Стороженко Владимир. Будем вот смотреть великих людей, практиков, да, и все это применять на своем опыте. И, ну, чем смогу, поделюсь. Конечно, отправлю вас к первоисточнику. Значит, это был просто вот крик такой душевный, поделиться с вами ценностью. Что там у нас? Внук на связи? Это мой хороший. Зовет. Привет, я здесь. А я вот дома. Ты дома? У вас темно? У нас тоже уже темно. А ты сегодня на автомобиле катался сам? Да. Ну, ты крутой. А вот Ума прибежала. Иди ко мне. Иди. Ума прибежала, тебя услышала. Ума, вот звезда Ютуба. Ума. А? Ума прибежала. Да. Ну ладненько. Тут у нас свое личное. Значит, телефон +7 924 123 24 44. Приглашаю в команду компании Full Life Research. Но это на сегодняшний день единственное вот предложение, за которое не стыдно. Это действительно международный бизнес. Вот. Ну а парфюмерная косметическая компания тоже, она классна, но там большая маржа, что касается построения сети, ну это сеть продавцов, а вот Full Life Research — это сеть лидеров, ну и потребителей, конечно. Поэтому я, конечно, приглашаю с честью и по совести в мощную компанию Full Life Research.
Ну а кому нужны просто быстрые деньги на продажах, конечно, есть парфюмерно-косметическая компания Ламбре. Все-таки 18 лет жизни отдано, и коллектив 980 человек. Но вот сейчас, вот благодаря вот этому коронавирусу, не благодаря коронавирусу, конечно, уровень продаж упал в парфюмерной косметической компании, а вот в здоровье, наоборот, уровень продаж и востребованности вырос, потому что люди благодаря средствам массовой информации поняли, что такое иммунитет. Ну все, помогай Бог. Это был Стороженко Владимир, город Уссурийск. А, ну я попилю, наверное, сейчас еще немножко. Чем начинал, тем и закончу. Славка, смотри, дед пилит. Смотри, сейчас пилит.
Ну, не буду занимать ваше время простым пилением травы. Значит, что хочу сказать. Вот вчера я осознал историю. Позавчера вышел с тайги и заблудился. И понял, что победив волнение, страх, я нарвался на старый балаган. Значит, ушел наоборот в другую сторону. И нашел старый балаган, которому там 5 лет, наверное. И я понял, что если балаган, то где-то в радиусе 100, ну, может быть, даже 200 метров, по-любому есть какая-то дорога или что-то похожее на дорогу. И я начал кругами ходить вокруг этого балагана по спирали. И нашел старую, еле-еле видную тропу, заросшую. Да? Когда-то это была 5 лет назад дорогой. Да? И вот по ней побежал. 1,5 часа еще бежал до трассы. Вот, и вышел на трассу. Ну и понял, что главное победить волнение, страх, обуздать, да, и все получится. Ну, я вам рассказывал историю, да, что вышел на ребят с Уссурийска, да, они меня довезли, а потом, оказывается, они живут, снимают квартиру у моего товарища. Вот просто как цепочка событий, причинно-следственная связь, да. Вот опять же я вам говорил про Яковлев по понедельникам, да, что мы заложники своих целей, да, мы пытаемся свое будущее сделать реальностью, и здесь или кому-то доставляем радость, или кому-то доставляем беды, вот, потому что мы стремимся осуществить будущее, да. Ну вот, конечно, дай бог понимать вот эту причинно-следственную связь. Ну, надеюсь, ну, кому дано, тот поймет, о чем я пытался сказать, да, если что, вот, смотрите Яковлев по понедельникам, смотрите Игорь Рыбаков, да, в YouTube-канале, Сергей Полонский, ну и много там предпринимателей, да, которые с большим опытом, у которых огромнейшие корпорации, которые управляют большим количеством людей. И, конечно, я увидел отзывы простых людей. Они, конечно, не вникают в тему, мне просто жалко их. А еще жалко людей, которые судят по отзывам, не слушая, допустим, тех людей, которые в Ютубе что-то говорят или вообще смотрят по отзывам. А отзывы это, ну, глупые, вообще глупые, необоснованные. Люди вообще не в теме. И люди сами себя вот отрезают вот этот вот колоссальную информацию, колоссальную возможность вот расти как предприниматель. Да? Ну все, я могу говорить очень долго. Значит, цель этого видео, еще раз паркуюсь, я подвожу и итог. Если кому-то интересно мои ценности, звоните по телефону +7 924 123 24 44, смотрите мой YouTube канал, я там пропагандирую здоровый образ жизни, активный труд, да. Ну и я нашел для себя вот продукты компании Full Life Research, да, которые восстанавливают компетентный иммунитет. Хотя БАДов есть всяких разных много, там есть дикоросы. Но все зависит в составляющих, да, кто в каком состоянии находится. Я уже подорвал свое здоровье, у меня уже и зубы выпали, и зрение падает, и суставы уже разбитые, да, поэтому все мы смертные, у меня только поддерживать себя, вот цель поддерживать себя, и уже, конечно, третья рука не вырастет, третья нога не вырастет, да. Ну и то, что можно рекламировать и зарабатывать себе на эти продукты. Вот. А мысль вчера мне пришла, позавчера, в оптике, да, я пришел и говорю, вот очки сломал в тайге, новые очки. Проверили, и месяц назад покупал, было +2, а сейчас уже +2, 25. Я говорю, а что может быть за месяц упасть зрение на 0,25? Значит, единица, она говорит, да можно вообще помереть за месяц, как бы, можно помереть вообще на следующий день. Ну, такая с юмором, доктор, да. И вот поэтому нужно инвестировать в себя, ну, это выбор каждого, да. Ну, а есть возможность рекламировать и заработать эти продукты и их применять. Но, видите, тут надо связаться еще с надежной компанией, потому что я сотрудничал за 24 года с разными компаниями, которые не выжили на рынке, да. А получается, время потеряно, и все начинаешь опять начинаешь заново. А мы же сетевики нацелены на резидуальный остаточный доход, поэтому мы резидуальный остаточный доход получаем только тогда, когда двигается продукт,
Если продукт не двигается, мы ничего не получаем. Если компания закрылась, то мы ничего там не получим. Поэтому нужно выбрать компанию, которая мощная, надежная, у которой эксклюзивный продукт, у которой продукт 24 месяца срок годности, у которой температурный режим, у которого руководители в семейных руках, а не 7 учредителей, где лидерский состав мощный, да? Где обучение, где имидж компании, да? Где еще территория не охвачена. Вот. Поэтому в моем понимании ценности это компания Full Life Research. Приглашаю к сотрудничеству. Плюс 7-924-123-24-44. Староженко Владимир. Ну а я поработаю, допилю дрова.